Чужое мнение. Как не зависеть от чужого мнения? Начните жить свою жизнь. Потому что это детская позиция. Мы зависим от чужого мнения, потому что в детстве, когда мы были маленькими, когда ты зависишь от мнения родителям, потом ты что-то не знаешь, ты не знаешь, как правильно. Мы приходим в этот мир чистыми листами. И как чистый аркуш бумаги. И потом нам навешивают все эти убеждения, начиная с родителей, учителей, нашего окружения. И потом ты, так и не повзрослев, так и не научившись принимать своей головой, думать, принимать своей головой решения за себя. И вообще даже не знаешь, что ты имеешь на это право. Тебе за это стыдно, потому что тебе до этого, когда ты был маленьким, тебе влетало за это. Ты ничего не понимаешь, ты ничего не знаешь, вот молчи. И так далее. Куча ограничивающих убеждений, ну и всего другого. Нужно повзрослеть, самому принимать решения, самому выбирать себе еду, блюдо в ресторане, а не выбери за меня. Начните жить свою собственную жизнь, потому что пока вы зависите от чужого мнения, вы живете чужую жизнь. Вы живете так, как нравится другим людям. Вот и все, вот и все. Начинайте жить так, как хочется вам. Понимаете, о чем я?